Здравствуйте. Телеграм-канал 1 Юсит Чимайского района продолжает поступать вопросы от граждан. Суть следующего вопроса. Имеет ли право несовершеннолетнее лицо обращаться к государственным органам организации? Согласно части 5 статьи 11 закона о гарантии прав ребенка Республики Узбекистан, при нарушении прав свобод закона интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями или лицами, заменяющими родителей, своих обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок имеет право самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и попечительства, либо другие государственные органы. Кроме того, в статье 24 прим. 1 закона обращение физических и юридических лиц Республики Узбекистан предусмотрено, что несовершеннолетние лица имеют право подавать обращение по вопросам соблюдения своих прав, свобод, законных интересов государственных органов организации и их должностным лицам порядок предусмотренного настоящим законом. Рассмотрение государственным органам, организациями и должностными лицами обращения несовершеннолетних лиц может быть осуществлено с участием их законных представителей, а также органов опеки и попечительства. Не допускает оставления без рассмотрения обращений несовершеннолетних лиц по причине недостижения ими полной дееспособности. Государственные органы, организации и должностные лица, полномочия которых не входят в рассмотрение поставленных в обращении вопросов, обязаны направить ее в соответствующий государственный орган, другую организацию или должностному лицу, либо орган опеки и попечительства.